Это он, пожароопасный сезон. Пал сухой травы в Иванове под запретом. Однако с начала года на территории областного центра зарегистрировано уже 62 случая пала сухой растительности. В основном на городских окраинах. В ходе постоянных профилактических рейдов сотрудники пожарной охраны составили 6 протоколов об административной ответственности. Сейчас за подобные нарушения предусмотрено либо предупреждение, либо штраф от 2 до 3 тысяч рублей. Через неделю, с 25 апреля, согласно приказу губернатора региона, на территории Ивановской области будет введен особый противопожарный режим. В это время требования и санкции существенно ужесточатся. Ограничение пребывания граждан в лесах Ивановской области и въезда в них транспортных средств. Запрет разведения костров, пребывания, проведения пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня в лесах, на торфяниках и прилегающих к ним территориям. За нарушение требований пожарной безопасности, совершенных в условиях особого противопожарного режима, предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 20.4 КАП РФ в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей, на должностных лиц от 15 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.